День, который изменил человечество ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. С тех пор дата отмечена красным во всех календарях на планете Земля. Ярославль с космосом тоже связан. Именно здесь родилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. На фабрике «Красный Перекоп» в ее честь появилось граффити. На этой фабрике Валентина Владимировна трудилась с 1955 года по 1962. Изображение «Чайка» теперь красуется прямо над проходной. У нас есть в Ярославской области такой замечательный пример, как Валентина Владимировна Терешкова. Я хочу пожелать новых достижений, космических высот. Торжественное мероприятие в честь первого полета человека в космос проходит по всему миру. В Ярославле у планетария ровно в 9:07 в небо запустили 60 шаров. Именно в это время 60 лет назад Юрий Гагарин взлетел с космодрома Байконур. В флешмобе приняли участие ученики кадетского класса Следственного комитета и юные хоккеисты из школы «Локомотива», что символично. Ведь главный трофей КХЛ носит имя именно Юрия Гагарина. А «Арена 2000», где «Локомотив» и проводит свои матчи, находится на улице Гагарина. У нас спорт и хоккей связан непосредственно, да, с Юрием Алексеевичем. Но опять же, если вернуться в прошлое, то сумасшедшая подготовка, да, физическая, позволяет людям выходить в открытый космос. Сумасшедшие нагрузки, которые, в принципе, сопоставимы со спортивными, да, то есть, поэтому, наверное, так тесно и связаны друг с другом.